Южнокорейский певец Сон Вон Соп готовится к новым концертам в нашей стране и учит казахские песни. О своем детстве, образовании и многом другом артист рассказал нашему собственному корреспонденту в Сеуле Владиславу Цою. Студия на окраине Сеула, второй дом Сон Вон Соба. Здесь он переводит иностранные песни на корейский язык, исполняет их и записывает видеоролики. Казахских композиций в репертуаре артиста больше 15, а в студии о поездке в Казахстан напоминают десятки подарков. Из них самый главный, домбра, помог Сону понять казахскую культуру. Вон Собу 36 лет. 20 из них он посвятил музыке. В университете искусств изучал тромбон. Затем играл в ансамбле, читал рэп в кей-поп-группе и был блогером. С 2015 года Сон начал сольную карьеру. Около 3 лет назад попробовал перевести русские песни на корейский язык. Первыми стали произведения Виктора Цоя, а первым казахстанским исполнителем, с которым он познакомил корейцев, стал Батырхан Шукенов. «Цыганская серенада» – трудно было перевести слова, сложный смысл. Песня заставляла меня задуматься о моей жизни. Слова я переделал на современный лад, их смысл хорошо понятен южнокорейцам. Моя цель в этом году – записать песни на казахском. Жаль, что есть языковой барьер. Сон холост. Его семья – это родители и брат – тренер по боксу. Вон Соп – первый музыкант в роду, но его отец хорошо поет. Хотя сам певец недоволен своими вокальными данными. Продюсирует Сона его одноклассник. В школе прозвище Вон Соба было Том Круз. Он пользовался популярностью у девочек. Я был удивлен, что в Казахстане так много фанатов Вон Соба. Не ожидал, что так тепло буду встречать. В первую поездку поразили холода, это была зима. Мне понравилась еда, люди открытые и дружелюбные. Каверы дохода не приносят, только удовольствие, признается Вон Соб. Но оставлять любимое дело он не планирует. Мой основной доход от рекламы. Выхожу в качестве модели. В Корее я пишу музыку, выпускаю ролики. Пока от каверов не получаю дохода. Но кто знает, может, я поеду в Казахстан по работе. Мне хотелось бы написать не кавер, а новую песню на казахском языке. Я был в Алматы, в Астане, Шымкенте, Петропавловске и Актау. Ощущение, как будто находишься в разных странах. Насколько эти города не похожи. В ближайшие 2 месяца Сон Вон Соп запланировал 2 поездки в Казахстан. Артиста ждут на концерте и международном музыкальном фестивале. Владислав Цой, Ольга Алян, Хабар 24, Южная Корея.